Новости с саммита G20 в китайском Ханчжоу. Прямо сейчас в закрытом режиме проходит встреча Владимира Путина и Барака Обамы. Без прессы и в узком составе делегаций. Встретиться предложил американский лидер. По информации журналистов, на месте с российской стороны в переговорах участвует помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и французским лидером Франсуа Олландом.